Вот мы паркуемся во дворе. Нельзя сказать, что место маленькое, оно, скорее всего, нормальное. Но вся проблема в том, что у нас нет не Honda Civic, а вот здесь стоит машина. И в чем тогда состоит опасность? В том, что морду выносит, и мы рискуем ободрать нашу морду. Получается, что мы приближаемся к Форду, да, потом выравниваемся, отдаляемся. Снова продолжаем заезд. Нам кажется, что опасно, мы снова выравниваемся, отдаляемся. То есть вот такие вот манипуляции. Отсюда кажется, что еще места много прям, но изнутри-то так не кажется. Ну а сейчас уже все, проблем нету. Мы по максимуму поворачиваем колеса, и дальше алгоритм парковки продолжается стандартный. То есть вот сейчас ровненько заезжает, подводит зад к поребрику, поворачивает руль направо. Да, и все это с другого боку происходит, да, с нестандартного.